Я уже огурцы в открытый грунт сеять. У меня будет длинная грядочка здесь. Будем огурцы для засолки сюда сажать. Сеять, сажать. Я буду сеять парижский корнишон. Я всегда для засолки такие сею. Сейчас вот эту прополю площадь. Сделаю луночку. И посею огурцы. Но самое главное, надо брать сорняк. Сорняк уже вырос. Сейчас все уберу. Потому что в середине будет луночка, а по краям будут плети у нас. Убираем сорняк сначала. Хочу сказать, что земля словно пух. Прям вот пуховая. На такой земле работать одно удовольствие. Сорняки убирать. Лунку, друзья, сделал, но ничего не понятно. Сейчас я ее полью, и сразу будет видно. А полью я ее до посева огурцов именно. Посмотреть, потому что нет ли где уклона. Иначе водичка будет скапливаться в одном месте. Сейчас еще разочек подровняю кое-где. Для меня самое главное, пусть она немножко даже кривая. Самое главное, чтобы уклон был правильный. Иначе вода скопится в одном месте. А где-то там, например, повыше, уже вода там уже не будет держаться. Вот сейчас я полью и посмотрю, где подправить. И заодно будет видно, какая у меня лунка получилась. Ну вот, все проверила. Вода не стекает. Чтобы она стекала с одного конца на другой, нет. Она просто впитывается и все. Вот такая у меня луночка получилась. Буду сеять парижский корнишон. 43, раннеспелый, 45, 50 дней, раннеспелый, 5-7 сантиметров для засолки. Мне нужно именно для засолки. У нас для того, чтобы кушать, вот здесь уже посажены огурцы. Я уже сейчас показывала. Ну вот, 30 штучек, в каждом пакетике 10. Ну, если что-то мне не хватит, то значит у меня дом какие-то другие подсадим в самом конце. Но должно хватить на такую лунку. Пошла сеять огурцы. И в помощь вот такая палочка. Она такая кругленькая. Это из строительного магазина. Какие-то. Я не знаю, как называются штучки. Мне очень удобно. Я и дырочку делаю. И вот пойду сеять. Сеем в один ряд. Вот так делаем дырочку. Не очень глубокую. Ну и не очень такую мелкую. Примерно 2. Даже меньше 2 сантиметров чуть-чуть. Между двумя растениями расстояние примерно 15 сантиметров, не меньше. Я всегда делаю 15 сантиметров. Вот так сейчас проделаю дырочки. Засыплю земельку и огурчики. Это 15 сантиметров примерно. Посмотрите. 10 это слишком будет часто. Итак, всю луночку проделаем сейчас. Дырочки. Аккуратненько. Я уж не вымеряю линейкой, на глазок примерно. Вот. Сюда положим семечки. Так. И засыпем. Вот так. Совсем даже не мудрено. Если мы засыпем глубоко, то им будет тяжело всходить. Поэтому глубоко не засыпаем. Сейчас на улице тепло. Я думаю, они быстро зайдут. Я сею сухие огурцы. Всегда сею сухие. Никогда не замачиваю. Не люблю я этот способ замачивания. Мне не нравится. Вот пойдет какая-то погода другая, холодная. И росточка захолодает уже. А это уже в любом случае. Сам огурец знает, когда ему зайти по погоде. Итак. Ну вот одну пачку я посеяла. Как раз нам должно хватить. Сейчас еще одну пачку посеем. Засыпем это все.
засыпаю просто прям рукой. Вот так засыпала. Вот так. И немножко вот так сделала. Прям рукой, друзья. Вот так. Все, никуда ничего не денется. Не всплывет. Ничего. Земелька такая мягкая. Огурчики мои, сходите. Хорошо, сходите. Может быть, какие-то семечки могут не взойти. Это уж зависит от семян, конечно. Посмотрим. Все, продолжаю дальше сеять. Потом полью. Как посею все, еще разочек польем. Все посеяла. Не хватило 4 семечка. Принесла сорт мурашка. Очень хороший сорт вот этот мурашка. Огурцы будут такие нежные прям. Вот 4 их посажу. Потому что 2 семечка будет плохих, не посеяла. А 2 не хватило. Вот так с самого конца у нас будут 4 семечки мурашка. Так все посеяла, что все полила. Все прекрасно.